Здравствуйте, меня зовут Асланбекова Раяна, мне 14 лет, я из города Грозный, Чеченская Республика. В свободное время я читаю книги. Можно сказать, что я не сладкоежка. Я люблю жаркое, например. Мое любимое блюдо – это жижик галнаш, хингалш, лепешка с тыквой. Кем ты хочешь стать? Я учусь отлично. Помимо пения, я надеюсь, что я еще стану прокурором. Я считаю, что волноваться перед выходом на сцену – это нормальное явление. Когда я не могу справиться с волнением, я всегда молюсь. И это очень сильно помогает. Да есть ли у тебя мечта? Есть, конечно, мечта. Чтобы не было войны. Чтобы все были счастливы. Вот. Чтобы никто не ссорился. Чтобы все люди были добрые и жили счастливо. Все-все. Как это прекрасно. Дай Бог, чтобы было именно так. Я в тебя верю. Я за тебя здесь болею. Спасибо. Как и все-все-все в зале. Вот, поэтому давай иди вперед. Спасибо. Сделай так, чтобы все встали. Tout se prend au sérieux. Pourquoi ces chaînes YouTube commencent? Je suis gagnant sans importance. Умница, умница, je dernière danse. Oublier ma peine immense. Je dénonce que tout commence. Мелизматика такая крутая, да? Вот, вот так вот. Все, не плакай. Вот это тембр. Это тембр, удивили. Спасибо вам огромное. Да. Ох, спасибо. Давайте тебе. Давайте знакомиться. Да. Меня зовут Асланбекова Раяна, мне 14 лет. Я из Чеченской Республики, город Грозный. Ох, и хорошо вы поете. Очень хорошо вы поете. Такая мелизматика удивительная вообще. И такая песня красивая. И так вообще справилась. Молодец вообще. Очень, очень спасибо большое огромное удовольствие. Вначале я очень волновалась. Это, я думаю, что это нормальное явление. Но потом, когда зрители меня поддерживали, и вы, это просто непереносимое чувство. Молодец. Какие же вы, конечно, все-таки талантливые, очень-очень талантливые из тех краев. И вообще невероятно аутентичные, конечно, в музыке люди. И правда, спасибо за удовольствие. Я уже какая не стал смесь, да, разрушать, так сказать. Французская с этим. Да. Да. Просто...
Очень красиво. А что еще вы поете, помимо вот французского такого, французской эстрады? Наверняка же у вас широкий достаточно диапазон жанровый. Я пою чеченские песни, английские песни, народные песни я пою на русском тоже. И французские, естественно, вот так. Молодец, молодец, вообще прям молодец. Ну хорошо, сегодня день удался у вас, так что отдыхайте, а мы будем слушать дальше. Все равно уже ясно, что выбирать вам нечего, у меня будете. Спасибо огромное. Мне понравилось, как ты пела, у меня совсем маленькие детки, я просто не знала, как тебя даже, понимаешь? Молодец большая. Молодец. Ну, блин, тембряк такой. Что... Нет, очень круто. Я просто, ну, я правда не знаю, как ей соревноваться с такими-то. Потому что это абсолютно вообще, я бы ее слушала с удовольствием. Прям да, вот да. Не в контексте какого-то конкурса, а просто как голос. Ну, я понимаю, что я сижу на одесском да. голос. Значит, это ребенок, да. правильно? Значит, это... И в вдруг такой голос. Что-то. Я понимаю, да, что да. происходит. Просто нельзя не повернуться, потому что, ну... Нет, очень круто. И главное, на «вы» машинально. Я же с ними... Дима на «вы», я же с ними на «ты» со всеми. А с ней я на «вы» почему-то начал Нет, говорить. Нет, ты с многими сейчас уже на «вы». Да? А у нас так это вот как, ты знаешь... Как-то по-разному, да? Иногда да. Иногда, когда слишком взрослый, наоборот, его хочется чуть-чуть, типа, и голос дети. А когда, наоборот, маленький и смотрит на тебя серьезно, ну как там, не посмеешь, понимаешь? Да, как бы да. понебратством вот этим заниматься. Ура, я... Спасибо. Ты молодец, я очень горд, что ты с нами. Спасибо большое. Вам огромное. Дайте отдохнуть. Конечно. И назад. До свидания. Ничего не закончилось. Спасибо, да. У кого есть мобильное приложение, не забывайте, пожалуйста.